Итак, меня часто спрашивают, чем же я кормлю свою ласку. А вот сейчас и посмотрим. Основное, что я даю поросеночку своему, это мыши. Я покупаю вот таких мышек. Видите? Вот. Размораживаю и даю ему по одной штучке в день. Но так как этого мало, видите, как он хочет, смотрите, смотрите, как хочет. Да. Так как этого мало, также я его подкармливаю всякими куриными частями. Это, например, как в данный момент куриные желудочки. Они ему очень хорошо заходят, так как они достаточно жесткие, ему есть что пожевать, погрызть. Вот. Ну и третье, это корм для хорьков, четвероногий гурман, Golden Line. Достаточно хорошего качества. Данная баночка у меня закрыта. Сейчас я ее открывать не буду, потому что на сегодня у него будет другое меню. Это мясо и мышка. Вот. Тут Human Grade, все дела. Короче говоря, это третье. Ну, бывает там еще всякие кусочки мяса, перепелка, если удается найти. Но это не часто. Вот возмущается. Смотрите, возмущенный зверь.